Здравствуйте, в эфире Пушкинского телевидения, информационная программа «Наши новости», в студии Павел Розин. Смотрите сегодня в выпуске. Советская площадь не Майдан. Пушкинцы поддержали на митинге русскоязычное население Украины. Весной наводим чистоту. В поселениях района началась активная уборка территорий. Маленькими шагами, но только вперед. В Пушкинском районе продолжается переселение из ветхого и аварийного жилья. В среду по всей Московской области прокатилась волна митингов в поддержку русскоязычного населения Украины. Наш город и район не стали исключением. Около 300 жителей вышли на Советскую площадь с транспарантами, призывающими к миру и единению. Среди них была и наша съемочная группа. Я родилась лично в Одессе. И мне эта страна, и этот город, и народ очень близки. Поэтому мы все хотим быть вместе с ними и навсегда. Это исторически российские земли. Столько было пролито крови русских людей за эти земли. Крымская война, Первая империалистическая, Вторая мировая, Великая Отечественная война. Ну и, наверное, еще потому, что на самом деле очень много русских людей живут в Крыму. Надо сделать так, чтобы эти люди пользовались всеми теми же, скажем так, преференциями, всеми благами, которые есть в Российской Федерации. Мы очень волнуемся за все русскоязычное население. Ведь совсем недавно мы были единым Советским Союзом. И хотя юридически и политически произошло разделение на отдельные государства, для нас Украина и русскоязычные жители всегда были родными, близкими и, в принципе, в душе россиянами. Люди, которые принимают решения на территории Украины, начинают бряцать оружием, начинают заявлять о каких-то партизанских войнах, когда люди из океана грозят тем, что введут войска Соединенных Штатов Америки на территорию Украины для поддержания мира. Какой же этот мир, который войдет на танках? Славянское братство, великая сила, веками сложилось оно. Поселения Пушкинского района активно приступили к уборке своих территорий. При этом не всем удалось сходу решить поставленную губернатором задачу. А тех, кому следует повысить обороты в борьбе с мусором, расскажет Анастасия Спирина. Они набросают, себе только коробки, и вот эти ящики собирают. Потом эти коробки сдают, то и у них капуста тухнет. А у кого? А? Сюда вот сказали, а рядом. И там уже гору навалили. Не похоже. Нам вот директор рынка говорит, что в субботник ближайший, который состоится, скорее всего, в конце этой недели, да? Никогда его не было. Значит, вы примете решение по благоустройству не только своей контейнерной площадки, но и вот этого вот мусора, и вот где-то вот даже, наверное, метрах в 10 возле. Правильно я говорю? То, что мы вам показали сегодня в сюжетах, это, наверное, одни самые больные, проблемные точки нашего города. К сожалению, их много таких точек, но вот то, что увидели, это, наверное, самые грязные. Есть и положительные примеры. Дом Розанова 3 уже
провели, по крайней мере, предварительную подготовку к субботнику, убрали придомовую территорию, совсем другой вид. Я считаю, что нужно почаще выходить во дворы, почаще общаться с людьми, почаще агитировать людей, привлекать молодежь, не стесняться в этом. И, думаю, тех же самых школьников не надо просто стесняться, не надо вот делать акцент на то, что мама запретила, а просто предлагать им поработать хотя бы на маленькой своей территории. Ну, маленькой территорией можно назвать школа, а большая территория – это свой двор. Ну, и каждый человек во своем дворе, наверное, воятель, творитель. Только снег стаял, а уже и дороги в некоторых местах мы прошли тракторами, щетками, и ведутся работы. Тротуары от смета песочного убираются на сегодня. То есть вот те места, которые общие, нормально люди могут пройти на станцию, не пачкая обувь. И все. Но у нас еще снег лежит, мы северные. Пушкина, столица Пушкинского района, да? И вы видели, что на территории Пушкина, не выбирая маршрута, нам предложили его руководители администрации, было очень грязно. Даже нечего было показать. Хочу сказать, что граждане и жители одни и те же проживают во всех поселениях. Просто надо контролировать, следить работу выполнения муниципальных контрактов. Переселение из ветхого и аварийного жилья – один из главных пунктов программы губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Сразу обеспечить всех жителей старых домов новыми квартирами невозможно, но постепенно процесс идет, и шаг за шагом пушкинцы получают долгожданное жилье. Одна туда страна уходит, другая туда уходит. Уехала я сюда в 72-м году. Вырастила сына, вырастила дочь, теперь внучку. И брус там весь сгнивший. Он вот где? Все, вот она, видите, стена вся отходит. Вот она отошла, видите, стена. Вот рука пролезает туда даже. Крысы, мыши лазят здесь. Вот. Была вот здесь вплотную, она вся вот отошла. Дом весь тянет в ту сторону. Стоит дом на болоте. Тут вот копни, лопаты две возле фундамента, подкапывали фундамента, нету вообще вода. В январе будем выдавать вам ключи. Я не верила сначала, потом уже действительно я поверила уже перед Новым годом. Я им всю жизнь ждала. Квартира мне, конечно, очень понравилась. Квартира хорошая. Я хоть здесь немножко, может быть, воскресну и полегче будет. Дочка выйдет замуж. Прибавление потом будем ждать в этой квартире. Мы очень благодарны Андрею Юрьевичу Воробьеву. Спасибо и ему за все. И спасибо администрации вот нашей. В среду, 19 марта, у нас состоится традиционный прямой эфир с главой города Пушкина Сергеем Гулиным. Речь, как всегда, пойдет о жизни города, о его проблемах и радостях. Задавайте свои вопросы заранее или во время прямого эфира. Телефон студии 534-3909. На этом новости пятницы подошли к концу. Сразу после рекламы смотрите вторую часть концерта венгерского музыканта Эльсбара, который состоялся в рамках фестиваля музыкальных искусств города Пушкина. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. До свидания. Как стать водителем, если нет времени? Теперь получить права стало проще. Автошкола «Автокурс Плюс» набирает группы вечернего и выходного дня. Практические занятия проводятся в любое удобное для вас время без переплаты, а за автодром вообще не надо платить. Позвоните прямо сейчас, получите в подарок учебную литературу и 6 часов занятий на автотренажере.
Неведомственная охрана – это структурное подразделение МВД России, оказывающее охранные услуги на договорной основе любых форм собственности. Время идет на секунды. Куцу, давай стволы. Клёпа, ты на шухере. Завтра мы будем богатые. Работаем, пацаны. Сумку давай. 32-5-0, Касимус. Сработала КТС. Заправка. МФС. Ведомственная охрана ОВО – структурное подразделение МВД России, предоставляющее услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан с сохранением должностных функций полиции. Подразделения вневедомственной охраны осуществляют охрану объектов путем мониторинга технических средств охраны и реагирования на сигналы тревоги. Общее и оперативное управление осуществляется Главным управлением вневедомственной охраны МВД России. Для организации охраны широко используются технические средства, съем информации из которых осуществляется посредством существующих каналов связи, например, через городскую телефонную сеть. Информация из технических средств охраны поступает на пункт централизованной охраны и обрабатывается дежурным персоналом. В настоящее время под охраной подразделений вневедомственной охраны находится 15 миллионов квартир граждан, 279 тысяч других мест хранения личного имущества граждан, 114 тысяч объектов различных форм собственности, в том числе 45 тысяч подлежащих государственной охране. С 1 января 2012 года подразделения вневедомственной охраны получили статус казенных учреждений. Thank you.
Thank you.